Наставник футбольного клуба «Зенит-2» Санкт-Петербург Андрей Викторович Почепцов. Андрей Викторович, заслуженные победы и ваш комментарий по матчу. Ну, в общем-то, я считаю, что хороший футбол показали две команды. Наверное, все-таки первый тайм была более-менее равная игра. Во втором, может быть, мы были чуть свежее, поэтому смогли реализовать моменты. Ну, я говорю, забили первый гол, и, в общем-то, сопернику пришлось чуть-чуть раскрываться, и мы несколько раз, в общем-то, в быстрых атаках поймали их. Ну, а так, как говорю, что, наверное, для зрителей неплохой футбол по качеству. Вот я знаю, что вы играли уже в Иркутске, мы играли в Иркутске, и вот сейчас во Владимире. По состоянию газонов что можете сказать? Ну, сравнивать нечего. Почему? Потому что здесь он на порядок лучше, поэтому в Иркутске, ну, опять же, очень поле не будем обижать, но как раз для нашего быстрого футбола, возможно, очень было проблематично. Здесь как бы поле качество лучше, поэтому, наверное, качество игры сразу улучшилось. Можно ли сказать, что перед вашей командой стоит задача занять первое место и повышение в классе? В общем-то, да. Мы укомплектовались под эту задачу. Хотим именно за этот короткий переходный турнир попробовать подняться вверх, что да, задача стоит. В составе вашей команды играет Максим Поляков, который еще в прошлом году играл во Владимире. Что можете сказать, почему именно выбор пал на него? Ну, нам его предложили, мы посмотрели, в общем-то убедились, что это хороший, добротный футболист. Он нас устраивает, поэтому он оказался у нас. Коллеги, вопросы? Спасибо, удачи вам.